Всем привет, это Евгений Ройзман. Я очень благодарен жителям Екатеринбурга за то, что пришли, за то, что поддержали, за то, что были со мной. Я просто хотел всех поблагодарить, потому что мне очень приятно было, что меня никто не бросил, никто не забыл. Очень много людей включились в эту ситуацию, и благодаря им, в том числе, я пока остался на свободе. Статья у меня предусматривает до 3 лет лишения свободы. Ну, как-то поборемся, но вся сложность заключается в том, что совершенно непонятно, как выстраивать линию обороны, потому что я от того, что я сказал, я не буду отказываться, я так думаю, я так считаю, я в этом уверен. И никто не может отнять у меня это право говорить то, что я думаю, то, что я вижу. Вот, поэтому все риски понятны, все взрослые, все понимают. Но позиция этой, но это не меняет моей позиции. Вот, еще раз хочу всех екатеринбуржцев поблагодарить, всех, кто меня поддержал. И отдельно еще хочу сказать спасибо Диме Муратову, Нобелевскому лауреату, Диме Быкову, замечательному поэту и писателю, Андрею Макаревичу, Гребенщикову, Шевчуку, которых все любят, знаменитому Борису Акунину. Всем тем людям, которые предоставили характеристики, заступились за меня, мне очень приятно. Когда-нибудь я их распечатаю, в рамки сделаю и на стенках повешу. Вот, ну я в принципе все сказал. Моя задача была просто поблагодарить всех жителей Екатеринбурга за поддержку. Я очень тронут. И я думаю, что все понимают так же, как и я, что я ничего плохого не сделал.